Приветствуем вас на Невельской земле, в деревне Спас-Волостый, где захоронено 1296 бойцов. Мы ученики гимназии города Невеля и Вилковского политехнического колледжа приняли эстафету от 18 апреля 2020 года. Будем помнить. Передаем ее вам. Спасибо. На братских продолжается уборка, не ставят крестов, захоронение, и вдовы на них не рыдают. Ивановской волости, им Невельского района Псковской области. Цветов, вот. И вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?